Всех приветствую на канале Отвертка, канал домашнего мастера. В сегодняшнем видео путешествие на остров Санторини и прогулка по городу Феррастефани. Итак, наш канал рад предложить вам уникальную экскурсию на остров Санторини. Это греческий остров, расположенный в Средиземном море, которая позволит всем желающим познакомиться с красотами и историей острова, ставшего признанной туристической меккой мировой элиты. С первого взгляда можно понять уникальность и неповторимость Санторини. В тот момент, когда вы вступите на остров и перенесетесь в другой мир, мир вне времени и пространства, появившийся 1000 лет назад из недр земли и убаюканный водами Эгейского моря. Суровая, самобытная красота скал и застывшие лавы разных оттенков, неповторимая архитектура небольших городов, ютящихся на террасах обрывистых скал с их традиционными белыми домиками и голубыми куполами церквей. Все это уже давно стало визитной карточкой острова. В данном видео нас ожидает пешая прогулка по Феррастефани, по городу Феррастефани. Он расположен на высоте 300 метров над уровнем моря и дарящий своим гостям удивительные виды кальдеры, вулкана и бескрайних морских просторов. Здесь вы сможете совершить небольшое путешествие по извилистым мощеным улочкам, петляющих по склону гор. Вот такая вот интересная экспедиция у нас будет. Итак, вы наблюдаете, как мы погрузились на катамаран, идущий на остров Санторини. Маленькая панорамка дается. Около окон сидели японские наши друзья. Вот видите расположение мест на самом катамаране. В нем работают кондиционеры, прохладненько, все хорошо. Куча народу, если честно. Мы сидели ближе к краю. Вот стоит стюард, он наблюдает за порядком. В Греции порядок, по-любому. Вот я вышел на корму, и маленькая панорамка города Ираклион. Это морской порт, пассажирский. Вот вдали видна маленькая крепость, охраняющая заливчик этот. На краю мола находится. Погода прекраснейшая, не облачко. Плюс 27, плюс 30 градусов. Потихонечку отдают швартовые и поднимается аппарель, по которой мы заходили на морское судно. Рядом стоят другие мощные такие же суда, перевозящие личный состав по различным островам родной Греции. Вот мы на малом ходу выходим из порта. Маленькая панорамка Ираклиона. Это столица острова Крит. Это еще средний ход, более-менее. Водометные двигатели стоят. Или движители. Набираем уже средний ход. Солнце, прекраснейшая погода. И вот поперла моща, ребята. Вы видите, два двигателя работают на полную мощность. Мощность ощущалась. Километров 50-60 километров в час шло судно. Судно ходит, а не плавает. И вот эта вот моща в каждой капельке воды. Водометные движители работают на всю катушку. Микрофоны не справлялись с таким напором. Вот видите, наши уважаемые японцы сидели по правому краю, качка наблюдалась. 2,5 часа судно шло, и, соответственно, многие испытывали дискомфорт, пользовались гигиеническими пакетами. 2,5 часа, как в самолете, посадка или взлет, маленький таймлапсик, вот эта вот моща, так вот шло судно. Качка наблюдалась справа и левого борта. Маленький таймлапсик идет. Как народ себя чувствует? Колебания наблюдаются, это качка. Многим не очень было. Не знаю, как вот настоящие моряки ходят по морям, но факт такой. Колебания были интересные. Многие переносили эту поездку сном. Кто-то спал, а кто-то бодрствовал и пытался бороться с организмом. Организмы вполне нормально реагировали на это дело.
маленький таймлапсик. Надо садиться в таких суднах по центру масс, то есть посередине, и не вперед, и не назад, тоже посередине. Там меньше всего качает, там меньше всего качка. Это катамаран, это еще хорошо. Было бы однокилевое судно, качка была бы побольше. Наблюдался, будем говорить, волнения определенные были на море, по-любому. И вот бедные японцы там загорают. И вот мы уже прибыли, маленький таймлапсик, прибытие судна. Аппарелька, и мы идем к нашему автобусу. Все организовано. Вот это судно, Кальдера Виста, нас доставило на остров Санторини. Это уже остров Санторини. Вот видите, какие горы. Высокие горы. И внизу находится порт острова Санторини. Сюда прибывают катамараны, и тут нас ожидают куча туристических автобусов. Хорошие, комфортабельные, с кондиционерами и очень много туристов. Со всех стран земли, ребятки. Все национальности там были. Некоторые туда вот приезжают с чемоданами и там в отелях живут и так далее. Многочисленные экскурсии потом. Но мы сюда ездили на один день. С утра и до вечера. Вот такие домики, максимум 3 этажа, не более. Сейсмическая активность в Греции довольно-таки хорошая. Туристы кого-то что-то ожидают, видимо, свой корабль. А это японцы. Тоже куда-то поехали. На острове можно взять в прокат машины, квадроциклы и различную другую технику, в том числе и велосипеды тоже. По узким улочкам автобусы вот эти большие очень нормально ездят. Водители очень опытные и надежные. С правой стороны таверны, небольшие таверны, народ уже отдыхает, кушает и так далее. Вот такие вот узкие. Серпантин идет на гору серпантины, соответственно, автобусы стоят, пропускают на выезд. Вот видите, какой серпантин, немножко стрёмно было, а вот внизу уже корабли стоят маленькие такие. А это потухший вулкан. Это мы видим кальдеру, середина вулкана. Кальдера заполнена водой. Мы поднимаемся по горам вверх и продвигаемся к городу Фиро-Стефани. Это один из первых городов, которых мы посещали во время экскурсии на остров Санторини. Хотя есть город еще Фиро. Но Фиро — это столица острова. Это уже в следующем видео мы посмотрим. Наш экскурсовод подробно рассказывал про достопримечательности видов из окна. Архитектура интересная. Крыши такие полукруглые, тоже интересные. Своего рода необходимостью. Ведь таким образом разрешалась серьезная проблема доставки на остров недостающих здесь строительных материалов. На острове, во-первых, нет глины для кладки кирпича. На острове нет бревен в портах северного... Потихонечку приближаемся к Фиро-Стефани. Одесса, Таганрог и Азов. В эти порты сандаринцы вывозили свои десертные вина, которые в 18 веке попали на рынки. Сейчас то так сложилось исторически, что морские... Вот таверны такие, магазинчики. И вот нас уже высадили. Мы потихонечку идем на центральную площадь. Это город Фиро-Стефани. На острове Санторини. Голубое небо. Беленькие домики. Это улица. Это не просто какой-то проулок, это улица.
Фера Стефани именно такие улочки интересные. А куда шире, куда больше. Съемки производились с помощью стабилизатора трехосевого. Вот видите, картиночка влетая, очень приятно смотреть. Вон. Вот такие большие широкие трассы или улочки. Еще раз напоминаю, это город Фера Стефани. Очень красивый город. Так что смотрим. Добрый день. Добрый день. Попробуйте, пожалуйста, наши традиционные орешки. Я скажу, там с паприкой, корейский мясо. Винца так очень по хорошей цене у нас есть. Для бутылочки на кровь. Таверна, кафе. Пожалуйста, все есть. Были бы деньги. Везде магазинчики, везде что-то продается. Ресторанчики, магазинчики. Мороженое продают. Мы потихонечку приближаемся к центральной площади Фера Стефани, на которой расположена церковь, площадь и очень шикарный вид на кальдеру, на море. Это как раз мы попали в тот момент, когда на Санторини прибыло несколько кораблей с буржуйскими туристами. Потом вы увидите несколько кораблей, таких многоэтажных, лайнеры были. Вот цыганочка, мани просит, мани просит. И вот мы выходим на центральную площадь Фера Стефани. Вот ради таких видов туристы приезжают на этот остров. Вот это церковь. Где можно гулять, что можно смотреть в свободное время? Можно гулять по той части города, да? Высота порядка 200-300 метров над уровнем моря, и мы видим кальдеру. Это середина потухшего вулкана, она заполнена водой. Там вдали острова еще есть. Кальдера называется. На склоне вулкана потухшего. Друзья, время 11:47 время. Атмосфера довольно-таки сухая. Сырости не наблюдается. Жгучие горячанки, фотосессия.
Это маленький таймлапсик. Движуха, конечно, мощная. Туристов много. Небольшие шхуны стоят на приколе. Яхты. Это музыкальное творчество. Шикарный вид. Узкие улочки города Феростефани. Маленький таймлапсик движухи. В это время мы кушали черный хлеб и мяско с цибулькой. Это магазины, бижутерия. Старинные часики, и они работают. Сувенирная продукция. А сейчас мы поймали живность. Ей жарко. Смотрите, как она борется. Вот раз и лапу подняла. Потому что лапкам жарко ей на солнце. У нее довольно-таки философский взгляд. Сувенирная продукция и довольно-таки интересная вот подставочка для книг. Вот это часто появляется, этот вид появляется на многих фотографиях острова Санторини. Прогулочка по торговым рядам, будем говорить так. Это улочки, это улицы. Футболочки. Особенно хорошо футболочку купить на Санторини. За кучу евро. Магнитики. Живопись. Directo nos vamos ahorita. Любителям сувениров, конечно, здесь есть на что посмотреть. No.
Такие красивые панорамы открываются с некоторых улочек Фиро-Стефани. Смотровые площадки есть отдельные, такие очень удобные. Это не бутафория, здесь все живут. Живут. Такие дверки. Вот такой видон. Впечатляющие, конечно. Картинки, это точно. Высота порядка 200 с чем-то, 300 с чем-то метров над уровнем моря. И вот внизу, там где-то там в кальдере, суда стоят. Океанские лайнеры с туристами прибывшими. Посмотреть остров Санторини. Вот на склонах. Красота. Некоторые снимали на телефоны, ну и на телефоны, я не знаю, много не поснимаешь. Применять надо все-таки хорошие камеры, стабилизаторы и так далее. Камеру достань. Встречала китайцев, которые были с таким же стабилизатором, как и у меня. Вот это вот называется кальдера. Китайцы ходили со своими жуйрами. Хотели советского блогера обскакать. Каждый день на этот остров прибывает несколько океанских лайнеров. Катамараны приходят из других-то своих городов Греции. И целый день движуха. Туристы, туристы, еще раз туристы. Книжный магазин. Ты что, там были? Можешь посиди? Нет, я не могу.
Корм для собачек. Тенечки довольно-таки прохладные, ребята. Жара там не очень ощущается. Это мороженое. Довольно-таки хорошее в Греции мороженое, качественное. Вина довольно-таки тоже качественные. Да. Разные вины. Не химические. Это мочалки торгуют. Мочалками торгуют. В море. Губка это растет. А вот это фотосессия. Фотосессия с интересным греком. Он этим делом зарабатывает. Вот. Японские наши друзья фотографируются с греком. Фотосессия. Лавка сувенирной продукции. По подвальным помещениям. Сука, куда она исчезла-то, а? Вот интересная продукция. Ручная работа. И это тоже ручная работа. Мне нравится. Злато-серебро. Ресторан, хорошие, интересные цены. Ну, где-то евро за 15 можно немножко перекусить. А бывает и побольше, конечно, цены. Ну, пообедать на двоих можно за 10 евро. Микс-гриль, что-то из этой оперы. Так что можно, можно. Голодным вы тут не останетесь. Мы сюда приезжали, как настоящие украинцы, со своим мяском, со своим хлебом и лучком, или цибулькой. Нет, я думаю, что будет. Злато-серебро. Некоторым это дело нравится. Утум.
Маленькие дворики такие, здесь живут люди. Основной заработок жителей Санторини – это туризм. Сезон открывается где-то в середине мая, такой основной, и продолжается до поздней осени. Понимаются все языки, в том числе и русский. Чем снимает? Это достойно. Не хочешь? Как это там? Как это называется? Бонда? Вот такой прекрасный. Такая прекрасная панорама. Мы вернулись на центральную площадь города Феррестефани. Мы потихонечку заканчиваем нашу прогулку и будем потихонечку спускаться к автостоянке. Наша цыганочка. Мама. Не, рубля, да? Просто требует денег от проходящих. Это жилые домики. Сверху живут, а внизу магазинчики. Пишет, это оптин ора. Надо запрасться, это да. Это свежие туристы. По правой стороне ресторанчик. Их называют таверна. Орешки очень вкусные. Приправы. Я б сейчас пивка брону. Направо? Или налево? Здесь тоже таверна. Кушают. Хлебобулочная и пирожная продукция. Греческая кухня довольно-таки вкусная.
качественно готовят, очень качественные составляющие, будем говорить так. Кафе или... Как все идут. Интересные цветочки растут в Греции, это точно, в виде деревьев. С правой стороны таверна придорожная. Вот это наш лес, да? Вот тут тоже мочалками торгует. Морская губка. Довольно-таки хорошая вещь. Пемза. Пемза применяется в косметике очень часто. Железо. Местный род Стюарт. Знакомые довольно-таки мелодии и, соответственно, его мощные диски. Зажигающая мелодия. И мы потихонечку спускаемся уже к стоянке наших автобусов. Их там очень много, туристов много. И мы будем потихонечку выдвигаться до столицы острова Санторини, город Фиро. Столица острова расположена на высоте около 300 метров над уровнем моря и дарящих своим гостям удивительные виды кальдеры, вулкана и бескрайних морских просторов. В следующем видео мы совершим прогулку по этому городу, небольшое путешествие по мощеным улочкам, петляющим по склону, и довольно-таки интересные кадры. И потихонечку наш автобус выдвигается до города Фиро. Мы все это дело увидим позже в следующем видео, чтобы вы не уставали от большого видеопотока. Как в город, так и из города выезжали. И здесь тоже вот еще одно место, где образовывались пробки очень большие. Могли. Мы едем по крышам. Едем по крыше, кстати, отелей. Вот справа отель еще один с видом на кальдеру. В ступенчатом порядке такие вот пещерные дома спускались вниз, все ниже и ниже, ближе к морю. Храмов, обратили внимание, очень много. Вы и на острове Санторини. Вот вы в Фолусе и Перивулусе, три поселения в северной части острова, 70 храмов. А на острове Санторини 350 храмов. И всего 12 из них относятся к местной метрополии. Все остальные храмы частные. Почему на острове так много частных храмов? Это связано с периодом, когда население острова было занято в судоходстве. Капитаны кораблей, моряки, экипажи кораблей пополнялись из жителей Санторини. И 9 месяцев они находились в море. Если не возвращался... Вот такие вот на острове узкие дороги. Водители опытные, даже здоровые автобусы проходят очень нормально и без проблем. В следующем видео мы посмотрим, погуляем по городу Фиро. А сейчас мы потихонечку как раз к нему и выдвигаемся. Обещали построить храм иногда. С моря эти города, эти два города видны. На... В горах их видно. Здесь надо потихонечку выдвигаться. Так что смотрим наше видео на нашем канале.
Всегда будем показывать что-то интересное. И видеоотчет о отпуске в Греции будет у нас выходить очень и очень часто. Так что все кадры вы увидите. И продолжение следует. Это канал «Отвертка», канал «Домашнего мастера». И наши греческие посиделки на канале.